Аэропорт Стамбула был открыт в 2018 году. Он находится на 1 300 000 квадратов. Находится он в 35 километрах от центра города и обслуживает 150 миллионов пассажиров ежегодно с возможностью обслуживать 200 миллионов. По сути, это такое вот возрождение Константинополя, которым можно было отправиться в любую точку планеты отсюда, да, из Константинополя. Сейчас это аэропорт Стамбула, где можно сделать то же самое. Так как мы летим дальше по Турции, в Даламан, нам нужен доместник департамент. Хорошо, мы таксисту сказали, что нам именно сюда, потому что мог нас увезти на International, и мы бы ковыляли, искали бы тут. Мы прошли первый контроль, смотрели наши чемоданы, просветили, мы прошли сквозь металлоискатели. Двигаемся к месту, где можно распечатать наши электронные билеты. Мы забронировали их заранее. Это Air Arabia. Ищем дальше. Вон Turkish Airlines, по-моему. Да. Checking already? That's not. Backdrop e-counter. Do you want to send luggage? No. Okay, checking already. You should buy domestic. Oh, okay. Checking already. That's это international. Where are you going? Даламан. We go to Даламан. Даламан domestic. Yes. Are this international? This international? No. Checking already. That's okay. Ah, we give only electronic. Yeah, and electronic. Okay, no problem. Same. Что достаточно электронного билета вот этого, который на телефоне. И все. Его показываешь и ничего не печатаешь. Мы идем уже проходить паспортный контроль, наверное. Да? Досмотр еще будет. Все. Без особых проблем прошли момент с QR-кодом, который у нас, например, надо обязательно печатать на билете. И вот переходим к досмотру. Проверку вещей прошли, но не все вещи. Кока-колу у нас забрали. Вот она расстроена идет. Вот. И почти и хотели забрать духи наши. Но не тут-то было. У нас рейс 15.00 до Ламан. Gate Info в 13.45. Значит, куда мы идем? По магазинам. Аэропорт Стамбула – это, по сути, огромный торговый центр, в котором есть все. Ну, что, пойдем посмотрим, сколько стоит Air Max в аэропорту Стамбула. Но это круто. Люди ждут свои самолеты, поэтому они спокойно могут погулять и посмотреть. Так, ну, Air Max'ов нет, но есть зато 2 899. Реально 2 899. Бойнер тут, Гант. Правда, ощущаешь себя не в аэропорту, а в торговом центре. Куча всего. Принимая во внимание то, что, по сути, аэропорт – это огромный торговый центр, я бы не сказал, что ценник тут прям какой-то заоблачный. Особенно даже вот на домашних каких-то вот этих рейсах. А вот, потому что посмотрел, сколько кроссы стоит, посмотрел, так, в принципе, одежда – это несравнимо с тем, что продается у нас в аэропорту, допустим, того же Шереметьево. Прям вот большая разница. По всему аэропорту есть вот такие инфостенды. Здесь можно выбрать турецкий, английский или китайский язык. Мы выбираем английский. Немного прогрузка идет. Это наш чемодан. Дайсон. Нет. Так, идем. Вниз спускаемся. Идем на еще. Ничего не понял. В аэропорту Стамбула дофига места. На самом деле тут огромное количество народа, я прям вот это чувствую. Турки решили сделать один раз огромный порт. Вон там вот кафешка стоит, вот это вот, за столбом. Семит, Семит Сарай Кофе Ти. Не покупайте там кофе, мне вот оно не понравилось. Сейчас будем в другом месте пробовать. Cups and Cloud, жена сказала, там хороший. Сейчас посмотрим, что там за капучино есть. Hello. Ну, пахнет круто. Давай. Так, подготовилась. Пробуешь и говоришь мне, ужасно или нет. Ну ладно. Ну, крепко. Братва, в аэропорту Стамбула есть много всего интересного и крутого, но
Но в аэропорту Стамбула нет вот таких крутых футболок ФК Купана. А я призываю вас их покупать, потому что, покупая такую футболку, вы помогаете нашей команде играть на чемпионате области. Покупайте футболки, заказывайте любой размер, любые номера. Помогайте ФК Купана. Вперед, Купана. Кофе в аэропорту Стамбула не покупайте. Кстати, в аэропорту Стамбула можно оценить, как все работает. Та-дам-да-дам. Есть вот такие лежаки. Лежишь и смотришь. Итак, друзья, аэропорт Стамбула. Мне он нравится тем, что он огромный. И здесь нет вот этих вот столпотворений. Есть место для каждого, кто хочет и уединиться, и посидеть, и сходить, пошопиться, кто не успел купить крутые шмотки в Стамбуле. Здесь те же самые магазины. Поэтому, когда вы пересадку будете совершать на этом хабе, берите с собой доллары, тут их принимают и евро, а если есть лиры, еще лучше. И постарайтесь правильно провести свое время. Ну а мы летим дальше, впереди море. Друзья, мы на борту. Это Turkish Airlines. Тут есть вся информация о полете. Когда, чего, когда, почему и так далее. А есть еще и вот такая игра. Мы прилетели в Аламан, возьмем такси, поедем в Фея. В общем, нам осталось проделать вот этот путь.